Это сорт крыжовника юбиляр. Сразу скажу, тоже устойчивость у него и грибным заболеваниям, и к морозу, и к мучнистой росе. Сорт бесшипый, широкая крона у него. Сорт является средним-поздним, кисло-сладким по вкусу. Ягоды очень много на нем завязывается. Ягода в основном средняя и бывает крупная. Плотная у него кожура, он является и промышленным, и любительским сортом. Сорт уже немало известен, но вот мы вам видео показываем, это ягоды.